В рамках проекта «Protecting Business and Investment» по Казахстану сопровождается порядка 400 проектов. Это значит, антикоррупционное ведомство берет на себя ответственность защищать предпринимателей, которые страдают от административных барьеров со стороны бизнеса. Требуется соблюдение только двух условий – честный труд и своевременные налоги. Мы по стране взяли уже под защиту 400 инвестпроектов на 12 триллионов тенге. По Акмолинской области соглашение подписали пока 35 компаний, но до конца года, я считаю, их будет 100 и выше. И вот еще 4 соглашения подписано в ходе очередной встречи. Также будет продолжена информационная работа в бизнес-среде. Предприниматели должны знать, защита их интересов в действии. У вас возникли какие-то идеи расширяться бизнес, да, что-то менять, изменять постоянно, чтобы... как говорится, в конкурентной среде хорошей находиться. Вот. И в этот момент вам будут мешать там, получать там, кредит или что-то в этом роде и так далее. Вы всегда можете в рамках нашего соглашения к нам обратиться. Письменно, устно мы изучим ситуацию, если есть вина чиновника, мы примем меры в отношении чиновника и, соответственно, защитим ваши интересы, и в том числе интересы экономические нашей страны. Напомним, на антикоррупционное ведомство уже выходили посольства некоторых стран, зная, что их бизнес можно защитить именно таким продуманным механизмом. В будущем компании, которые сопровождаются по линии проекта, будут устанавливать специальные подтверждающие знаки. Мадина Смагулова, Василий Вережников, Кукшы Акпарат.